Теперь будем рассматривать третье послание Малахии. The people as well as the priests are in view here. Здесь в центре внимания пророка и люди, и священники. He is going to address a very serious problem in the nation of Israel. И он собирается обратиться к очень серьезной проблеме в народе израильском. Let's read verse 10. Будем читать 10 стих. Не один ли у всех нас Отец? Не один ли Бог сотворил нас? Почему же мы вероломно поступаем друг против друга, нарушая тем завет отцов наших? Now, this is Malachi, the prophet, speaking to the people. Итак, здесь пророк Малахи обращается к народу. And by the questions he asks, he is affirming the solidarity of the people of God. Вот этими самыми вопросами он подтверждает солидарность народа Божьего. And he's affirming their unique relationship to God. Он подтверждает их особое отношение с Богом. Because they were one nation, поскольку мы один народ, он говорит, they should have loved each other and they should have loved God. Мы должны любить друг друга и должны любить Бога. Instead, though, they are sinning against each other. Вместе с тем мы видим, что народ грешит друг против друга. Each one is sinning against his brother. То есть люди грешат против братьев своих. And I think the sense here is that when we sin, и мне кажется, смысл здесь такой, что когда мы согрешаем, our sin always impacts other people. Наш грех всегда влияет на других людей. And that was true in the days of Malachi. It's true today as well. Это и в ветхозаветное время было справедливо, и сейчас это остается справедливым. We don't just live our lives in a box. Мы живем с вами не в коробке. Мы не изолированы от мира. И поэтому нашими действиями мы влияем на других людей. And what any of us in the family of God do impacts each other. Соответственно, любое чадо семьи Божией, если согрешает, то этим самым оказывает влияние на других чад Божьих. And the specific sin of the Jews in this day, Malachi's day, is lined out for us in verse 11. И в 11 стихе как раз излагается тот самый конкретный грех, который характеризовал еврейское общество в дни Малахии. Вероломно поступает Иуда, и мерзость совершается в Израиле и в Иерусалиме, ибо унизил Иуда святыню Господню, которую любил, и женился на дочери чужого Бога. There are several things in the Old Testament that are called abominations. В Ветхом Завете существует несколько вещей, которые называются мерзостью. Idolatry, witchcraft, homosexuality. Идолопоклонство, гомосексуализм, гадание. What they are doing колдовство. Here is also called an abomination. И то, что описано в 11 стихе, также называется мерзостью. It's also referred to as treachery. Five times in this passage, Malachi uses the word treachery. Пять раз вот в этом отрывке Малахи использует слово. Where is it used? In what verse? I'm looking. Verse 14. Малахи использует near the very end, against whom you have dealt treacherously. Выражение поступать вероломно. Okay. Например, в 14 стихе, но мы до него еще дойдем. Specific sin is that the Jewish men have married foreign women. Так вот, вот этот конкретный грех заключался в том, что евреи женились на дочерях чужого бога, на иноземках. And these other women have foreign gods. Соответственно, они поклонялись лжебогам. The men have not committed idolatry. Мужчины не совершали греха идолопоклонства. But they have married idolaters. Но они женились на идолопоклонницах. Here's what Malachi thinks of that practice in verse 12. Смотрите, какое отношение имеет Малахия к такой практике. Это записано в 12 стихе. У того, кто делает это, истребит Господь из шатров Иаковлевых, бдящего на страже и отвечающего и приносящего жертву Богу, Господу Саваофу. He envisions excommunication, removing them from the congregation. Здесь подразумевается отлучение, то есть удаление их от общины. Now, this practice of marrying someone outside the Jewish faith. Вот эта практика вступления в брак с чужеземками. Is addressed in various places in the Old Testament. Рассматривается в разных местах Ветхого Завета.
And the theme of marrying outside the faith is addressed in the New Testament for Christians as well. Тема вступления в брак с человеком, который не поклоняется Богу, рассматривается также и в Новом Завете. And here is where I would encourage all of you who are in Christian leadership positions. И вот здесь я призываю всех вас, которые будут управлять в церкви. You lead Bible studies or lead churches. Неважно, что вы будете проводить, уроки по изучению Библии или какие-то служения, отвечать за какие-то служения в церкви. To teach this principle to the people in the Russian church. Научать вот этому принципу общину в русских церквах. That for a believer to marry an unbelieving man or woman, что вступление в брак с неверующим человеком, is spiritually devastating. Это духовное ведет к духовному опустошению. Paul addresses it in 1 Corinthians chapter 6. В 1 Коринфянам 6 главе Павел пишет об этом. And in 2 Corinthians chapter 6. И в 6 главе 2 послания Коринфянам об этом записано. That Christians are to marry Christians. Что христиане должны вступать в брак с христианами. And so I hope that this becomes a teaching that is widely accepted throughout the whole Russian church. А поэтому я надеюсь, что это учение будет широко принято во всех русских церквах. Is it something that is emphasized? А вот это подчеркивается вообще в церквах у вас или нет? Good, good, wonderful, wonderful. I wish it had been emphasized more in Malachi's day among the Jews. Хотелось бы, чтобы на это обращали внимание больше евреи в дни пророка Малахи. Now, because of the sin of the Jewish men, из-за греха евреев, it is having ramifications in their worship. Страдает их поклонение. And we read about that in verses 13 and 14. Об этом мы читаем в 13 и 14 стихах. И вот еще что вы делаете. Вы заставляете обливать слезами жертвенник Господа с рыданием и воплем, так что он уже не презирает боли на приношение и не принимает умилостивительной жертвы из рук ваших. Вы скажете, за что? За то, что Господь был свидетелем между тобой и женой юности твоей, против которой ты поступил вероломно, между тем, как она подруга твоя и законная жена твоя. So, the men are bringing their sacrifices to God, as they always have. Итак, люди приносили свои жертвы Богу, как они всегда это делали. And the sacrifices of God are to bring blessing. И эти жертвы должны были приносить благословение. But no blessings follow their sacrifices. Ну вот они приносят жертвы, а благословений все нет. So, they cover the altar of God with their tears. И они обливают жертвенник Господа своими слезами. And they're weeping. Рыдают no и плачут, поскольку God, не испытывают благословения от Бога. No blessing from God comes because of their sin. Но благословения нет, потому что они грешат. Now, when the men have have married the women who have foreign gods, когда евреи выходили, женились на чужеземках, this necessitates that they have done something else first. А это подразумевает, что они должны были сделать кое-что еще до этого. They must have first divorced their first wife. Они должны были развестись со своей предыдущей женой. And when they divorced their wife, и когда они оставили своих жен, they have dealt treacherously. Они поступили вероломно. Women have been given a very wonderful high status in Jewish history. В еврейской истории женщинам было дано довольно-таки высокое положение. Think of very many heroic women. Вспомните обо всех женщинах-героях. Дебора, Мириам, Мариам, Ревека, Сара и так далее. But the fate of the divorced woman in Israel, но судьба женщины, разведенной женщины в Израиле, was very grave. Была довольно-таки печальна. She lost her financial security. Она была уже финансово уязвима. Some were forced into financial ruin and economic deprivation. Некоторые попадали в такую долговую яму и экономически уже не могли самостоятельно существовать. Many were in such a severe situation. Многие были настолько в таком затруднительном положении, that they saw no way out but to practice prostitution. В тяжелом положении, что они должны были становиться блудницами. To say nothing of the heartache. So, не говоря уже о том, что сердце их было разбито. God views the men's sin of divorcing their wives. Именно поэтому Бог рассматривает грех развода со своей женой. As so serious that he will no longer accept their sacrifices. Как настолько серьезно, что он больше не хочет принимать жертвы от таких мужчин. Says they have broken covenant. Говорит, вы нарушили завет. And with God, covenant breaking is a
Very big deal. А нарушение завета с Господом – это the covenant with the Lord or the covenant with His wife. Нарушение завета, в принципе, любого завета, это всегда очень серьезное нарушение. He kept His covenant with Israel through the centuries. Бог установил завет с Израилем и поддерживал этот завет на протяжении веков. Despite their high-handed sin against Him. Несмотря на то, что они безудержно грешили против Бога. Бог оставался верным завету. Even after the Babylonian captivity, he brought them back. И даже после вавилонского пленения он вернул их себе. Because of his covenant. Исходя из вот этого завета, который он поставил с Израилем. But these men have broken covenant with their wives. А эти люди нарушили завет, эти мужчины нарушили завет со своей женой. And there was various teaching about divorce at various points in Jewish history. Существовало несколько учений по поводу развода в разные периоды еврейской истории. Some taught that you could only divorce your wife if things were really bad at home. Одно из учений гласило, что женой можно развестись, если в доме все уже просто ужасно. There was the story of one rabbi, though, who had a very low threshold for divorce. Один раввин, например, who would say that you could divorce your wife if she burned the toast. Считал возможным развестись со своей женой, если она, например, сожгла хлеб там в печи или что-то в этом роде. Пришли. То есть сгорел, пригорел хлеб, все, достоин развода. But God says in verse 15, но в 15 стихе Бог говорит, и в 16-м, that is not the way to treat the wife of one's youth. Что так поступать с женой юности своей нельзя. Verse 15 and 16. Но не сделал ли того же один, и в нем пребывал превосходный дух? Что же сделал этот один? Он пожелал получить от Бога потомство. Итак, берегите дух ваш, и никто не поступай вероломно против жены юности своей. Если ты ненавидишь ее, отпусти, говорит Господь Бог Израилев. Обида покроет одежду его, говорит Господь Саваоф. Посему наблюдайте за духом вашим, и не поступайте вероломно. When he talks about that one in verse 15. Когда в 15 стихе говорится об этом одном. I believe he is talking about Abraham. А мне представляется, что речь идет об Аврааме. Who divorced his wife Hagar? Sent her away. Который разошелся со своей женой Агарью, да? Он ее прогнал. So maybe the Jews of Malachi's day are doing this. Возможно, евреи. Возможно, еврей. She was not his wife. Well, okay, but let's just да, давайте будем carry дальше, this forward. Давайте будем немножко дальше рассуждать. Так вот, возможно, евреи в то время поступали так. The Jews of Malachi's day might have said, but look, Abraham sent Hagar away. Могли рассуждать примерно так. Смотрите, но Авраам же отправил Агарь. So we're just doing what Abraham did. И мы следуем его примеру. And to that, Malachi would have said. И на это Малахий отвечает. One. Во-первых, God told him to send Hagar away. Ему Бог так повелел. Two. He shouldn't have taken Hagar anyway in the first place. Он не должен был вступать с ней в связь в первую очередь. Three. Look at what a mess he made by taking Hagar. Смотрите, что из этого всего вышло. So Abraham is a really bad example to use. Поэтому в данном случае, в данном случае примеру Авраама вообще не стоит подражать. So there is just a complete condemnation of this practice of sending away your wife. То есть здесь имеется абсолютное осуждение вот этой практики развода с женой. It is wrong. It is a violent rending of the one flesh relationship. Это грубое нарушение взаимоотношений. Now, I understand that in the Russian Bible, насколько мне понятно, в русском переводе Библии, there is a different translation than what I have in my English Bible. Перевод в 16 стихе отличается от перевода на английский язык. Mm-hmm. So if you would just translate what I read in verse 16. В английском языке, да, это примерно звучит так. For I hate divorce. Ибо я ненавижу развод. Says the Lord, the God of Israel. Говорит Господь Бог Израилев. And him who covers his garment with wrong. И тот, кто обличается в нечестии, says the Lord of hosts, говорит Господь Саваоф, so take heed to your spirit, наблюдайте за духом вашим, that you do not deal treacherously. И не поступайте вероломно. Ну, то есть, вот, если ты ненавидишь ее, отпусти, в английском языке звучит так, ибо я ненавижу развод.
And I personally believe that's a better translation. И мне представляется, что перевод на английский звучит правильнее. And I've spoken with other Russians who know Я общался с другими русскими людьми, которые знакомы с древнееврейским языком, которые согласны. That what God is saying is, I hate divorce. В том, что перевод должен звучать так, ибо мне ненавистен развод, либо я ненавижу развод. Немного меняется. The meaning is kind of cut and pieces. Dry. Yeah. Oh, okay. So the bottom line is, God is against divorce. Итак, вывод здесь, какой мы делаем, что Богу противен развод. And these things were written for our instruction. Это все написано для нашего наставления. And we see in the New Testament that the husband-wife relationship. И в Новом Завете мы видим, что взаимоотношения между мужем и женой. Is a picture of Christ and the church. Это образ взаимоотношений между Иисусом Христом and и Церковью. Great love for us. So we as believers. И поэтому мы как верующие люди. Should certainly not divorce our wives. Должны, конечно же, не разводиться со своими женами. That would be like Christ divorcing his church. Это все равно, что Иисус Христос оставил бы свою церковь. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.